Николаю Малых повезло. Он 7 лет работал на смертельном производстве и дожил до 80. Про таких, говорят, в рубашке родился. Ведь большинство сотрудников ангарского металлургического завода в Свирске не дотянули и до 40. Я работал с половины 1944 года по март месяц 1951 года в жестяном цехе. Изготавливали мы барабаны, короче говоря, бочки такие жестяного исполнения для упаковки мышьяка. В военные годы завод поставлял на фронт боевые отравляющие вещества, но в 49-м нужда в столь опасном производстве отпала. Оборудование вывезли, рабочих уволили. Вот только смертоносные отходы с повышенным содержанием мышьяка остались лежать на голой земле и под открытым небом. Сейчас вещество, относящееся к первому классу опасности, проникло на 6 метров вглубь почвы и вплотную подошло к водоносному слою. А это значит, что в любой момент вода из Ангары может стать ядовитой. Смертельная доза мышьяка для человека измеряется миллиграммами. А здесь, за моей спиной, около 130 тысяч тонн отходов, которые содержат опасное вещество. Но, несмотря на это, территория завода так и не огорожена. Местные жители рассказывают, что мальчишки играют в этих руинах в войну, не подозревая, что последствия могут оказаться совсем не игрушечными. Кроме потенциальной опасности, существует и реальная. Смертность свирских детей год от года возрастает. За последние 9 месяцев родилось 128 человек. Похоронили каждого 20-го. Одна из главных причин – врожденные пороки лица. Это так называемая зайчья губа и волчья пасть. Врачи недоумевают, ведь больные дети рождаются у вполне благополучных родителей. Из всех детей, состоящих на инвалидности, один ребенок очень интересен в том плане, что в 2006 году ребенку впервые выставлен диагноз, значит, микроэлементоз, носительство мышьяка. Ребенок до этого в течение 2 лет наблюдался специалистами, не была выяснена причина его заболевания. Ребенка наблюдалась умственная отсталость прогрессирующая. Но ребенок с этим диагнозом наблюдается до настоящего времени, значит, регулярно проходит обследование в Иркутске, и как бы диагноз от ребенка не снимается. В Министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области обеспокоены судьбой сверчан. По инициативе властей ученые из Политехнического университета разрабатывают программу по ликвидации смертоносных отходов. Предполагается вывести мышьяк за черту города и перезахоронить его в герметичном саркофаге. Такой проект в Российской Федерации первый. Он будет этим модельным проектом. Потом на его основании, на его основе будут работать и другие регионы. Поэтому вот такой пилотный проект для Минпромторга – это тоже очень важно. То, что мы локально сейчас уберем, вот этот очаг, проблема не снимется. У нас по-прежнему будут рождаться дети с тяжелой патологией. У нас по-прежнему заболеваемость и смертность, которая превышает сегодня в 1,5 раза рождаемость. У нас 90 человек родилось вот за 2009 год, 136 умерло, 139 умерло, 49 процесс – это, естественно, убыль. Это неправильно. Операция по вывозу мышьяка за территорию Свирска обойдется федеральному и областному бюджету примерно в 200 миллионов рублей. Вопрос с ангарским металлургическим заводом планируют завершить до 2012 года. Проект будет представлен в конце ноября. Анастасия Зверькова, Иван Кузнецов. Новости сейчас.